Добрый день, уважаемые слушатели подготовительных курсов Губкинского университета. Я рад вас приветствовать в стенах нашей Альма-Матер. Губкинский университет – это кузница кадров нефтегазовой отрасли. Все знают, что нефть и газ – это топливо для средств передвижения, это тепло в домах, это материал, из которого производят любые окружающие нас предметы, начиная от одежды и до предметов обихода. Для того, чтобы страна получала так необходимые ей нефть и газ, необходима работа нашего университета. Те специалисты, которых выпускает университет, начиная от геологов, разработчиков, механиков и завершая специалистами юриспруденции и экономики, это те, кто обеспечивает полную цепочку цикла производства этих материалов. Университет, как отдельное учебное заведение, работает с 1930 года. До этого он входил в состав Московской горной академии. И уже более 50 лет в стенах нашего университета ведется планомерная подготовка школьников, выпускных классов для поступления в наш университет. Специалисты, которые работают с ребятами, являются экспертами в области ЕГЭ по таким предметам, как русский язык, математика, обществознание, физика и химия. 7 октября мы начинаем новый учебный год на подготовительных курсах. Хотелось бы знать, что каждый студент будущий, каждый слушатель наших курсов получит действительно важные для него знания, которые позволят повысить потенциальный свой результат ЕГЭ по математике, физике, химии и русскому языку. Кроме того, хотелось бы, чтобы после завершения этого учебного года каждый выпускник наших курсов знал, какая профессия его интересует. Это будет та профессия, которая в дальнейшем обеспечит его интересной работой, хорошими заработками, благосостоянием его семьи. Для того, чтобы каждый слушатель перед подготовкой к поступлению в университет знал, на какую профессию он хочет обратить свой взор, всегда можно подойти в управление по взаимодействию с абитуриентами и профориентации. Мы поможем сделать правильный выбор, ориентируясь на те общеобразовательные предметы, которые легче даются школьнику, на его интересы, на его задачи, которые он перед собой ставит при поступлении в университет. Хотелось бы отметить, что из тех слушателей, которые прошлый год завершили, будучи школьниками 11 класса, все поступили в университеты нашей страны. Больше 50% слушателей курсов поступило на первый курс именно Губкинского университета. Поэтому, если вы хотите сделать правильный выбор, пожалуйста, мы ждем вас в наших стенах. При этом хотелось бы отметить, что подготовка к поступлению – это не только курсы, на которых вы осваиваете навыки по решению задач ЕГЭ по математике, физике, химии, другим общеобразовательным предметам. Это в том числе и профориентационный выбор. Во время нахождения в университете вы можете посещать лекции, участвовать в мастер-классах в рамках различных проектов, которые реализуются в нашем университете. Это такие проекты, как университетские субботы, это факультетский день в университете, это кадетские классы для тех, кто нацелен на обучение в военном учебном центре. Пожалуйста, мы ждем вас на этих мероприятиях. Они абсолютно бесплатны для наших слушателей. Будем надеяться, что это поможет определиться с профессией и в дальнейшем очень сильно пригодится при поступлении в наш университет. Большое спасибо и до скорых встреч. До свидания.